Итак, мы начинаем. Муниципальные автостоянки закрывают из-за нерентабельности. Сегодня рабочие начали демонтировать стоянку в районе парка строителей. Всего же в этом году в Бийске закрыли 5 автостоянок. И тенденция эта продолжается. Свои машины бийчане предпочитают ставить возле подъездов, на газонах и на детских площадках. Услугами охраняемого места для парковки пользуются лишь единицы. Кто в основном ставит здесь свои машины? Ну вот жители вот... Ну вот этих домов, девятиэтажки. Угу. Ну, а наполняемость? Ну так, в районе 20, там, примерно так. Редко больше. А рассчитана стоянка, получается, на сколько? Ну, вообще-то мы и 40 принимали. Почему люди перестали ставить машину? Ну, в Бийске у людей вообще денег мало. Вообще так. 60 рублей кому-то это... Ну, это все-таки там 1800 в месяц, да, ну, так, поэтому... уже как бы деньги, да. Сегодня в Бийске демонтировали очередную муниципальную автостоянку. Она расположена по адресу Ленинградская, 50. Директор муниципального предприятия «Автостоянка» нам сообщил, что решение о закрытии было принято еще в сентябре. Причина – нерентабельность. По словам кураторов, стоянки, несмотря на все предпринимаемые меры по привлечению потенциальных клиентов, прибыли не приносят. Стоимость одних суток в среднем составляет 60 рублей. Напомним, о возможном банкротстве МУП «Автостоянка» в городской администрации заговорили больше года назад. Некоторые автовладельцы не верят, что основная причина в убыточности. Скорее всего, считают они, кому-то приглянулся тот или иной участок. На Ленинградской, как нам стало известно, земля уже перешла к новым собственникам. Им стала торговая сеть. Так что не исключено, что в ближайшее время на месте автостоянки появится торговый центр. Та же судьба может ждать и многие другие земельные участки.